Здрасте, накрасьте! Меня зовут Анна Кравченко, и вы на моем канале. Сегодня я вам покажу, как окрасить брови, если там был микроблендинг. У нас достаточно сложный случай, потому что есть половина брови микроблендинг, и бровь находится очень низко. Ну что, поехали! Первый этап – нам нужно с вами поднять волоски для того, чтобы они закрыли микроблендинг. Для этого мы изначально очищаем детокс муссом и наносим ламинирование для ресниц, потому что оно на основе ТГА, и как раз оно нам хорошо размягчит такие плотные брови. Наносим скин-протектор и второй состав, выкладывая волоски так, как нам нужно получить в результате. Смываем детокс-мусс и теперь будем окрашивать. Для начала нам нужно прорисовать форму карандашом и понять, где же нам нужно плотнее, чтобы у нас лежал краситель, а где не нужно нам яркое окрашивание. Хвост у нас будет более плотно окрашен, а начало брови менее. Наносим изначально краску на внешний угол брови. Далее скин-протектор наносим на начало брови. И потом аккуратно краску подтушевываем. Где нам нужно меньше окрашивания, туда мы наносим скин-протектор. Где нам нужно ярче окрашивание, мы изначально туда наносим краситель, чтобы у нас время выдержки в этом месте было дольше. После окрашивания мы обязательно наносим уход, мы нанесли Lash Flex, и клиенту объясняем, как он должен ухаживать за бровями дома, что клиенту в любом случае понадобится карандаш для бровей и гель для укладки. Надеюсь, видео было полезным. Оставляйте обязательно комментарии. Всем пока!